Следующий момент. Вы видите, что пакеты, если по 100 долларов, это 7500 пакетов первый этап будет. На 8000 долларов это 151 пакет. То есть мы планировали 49, но было огромное количество заявок. Вполне вероятно, вот что такое заявки? Вполне вероятно, мне тут говорят, в Казахстане только там 100 человек будет. Тут в России, мне говорят, там только 50 человек будет, да? А еще же у нас и Америка. И если мы получим заявки на 8 тысяч, то мы, наверное, ну, на департамент Нагорного краудинвестинга, сейчас пока это закрытое голосование, именно решает департамент Нагорного краудинвестинга и директорский состав, то тогда мы увеличим на то количество заявок, которое будет. Но почему мы хотим, чтобы больше было мелких пакетов, мы хотим, чтобы больше людей зашло, получили выгоды. Наша цель, чтобы за 8 этапов больше миллиона человек уже через год имели достаточно хороший пассивный доход. Вы сейчас увидите примерно какой. Всего 18 250 пакетов. При этом вот мы считали, компания Skyway получит достаточно хорошие доходы, потому что с этой программой мы планируем, что ну, хотя бы минимум 100 миллионов, вот ну, если вы знаете, мы вот 35 с копейками мы дали миллионов за 4,5 года. А тут мы хотим, благодаря этой программе, за 4 месяца дать 100 миллионов. Именно чтобы компания получила уже эти деньги. Поэтому вот одно из направлений. Это и чеку хорошо. Мы даем ему эту возможность. Кстати, кто-то говорит, вот Хавратов что-то придумал. Если вы найдете, и я, знаешь, что порекомендую, Никат, если ты здесь, дай кому-то задание, чтобы нашли вебинары, на которых я говорил в 2014 году, когда я СВИК открыл, в 2015 году я говорил, что у нас планируем, и вот один из первых вебинаров, мы планируем создать портфель тех наших партнеров, которые положат по 1000 долларов в Skyway. Я это заявлял, и это говорили не на одном вебинаре, на многих вебинарах говорили. Поэтому мы идем в этом же логике. Вот то, что я заявлял в 2014 году, в 2015 году, мы к этому ходим. Все, вот наступило время реализации этой программы, и как раз криптонаправление нам очень сильно в этом помогает. Абсолютно легальным способом это все делать. Теперь я хочу показать ну, разницу. Во втором этапе планируется отписать 1,5-3,6 миллиарда токенов. И видите тоже, да, здесь уже будет меньше токенов. И суммы пакетов тоже 18 тысяч пакетов. Ну, 7222 это по 100 долларов и 153 по 8 тысяч, да? Инвестиции в сегменты там другие. А здесь теперь хочу показать вам разницу. То есть количество программ в пакете, чтобы вы видели. В первом этапе планируется отписать от 2,4 до 4,5 миллиарда, а в восьмом этапе от 0,8 до 1 миллиона. Ну, чтобы вы увидели разницу. Значит, за 100 долларов общее количество вместе с бонусом вы получаете 20 тысяч токенов, а в восьмом этапе за те же 100 долларов у вас только 150. Наша цель выхода на криптобиржу, на СТО, да, чтобы минимальная сумма, ну, минимальный токен, чтобы стоил, это минимум, вот я хочу вам сказать, да, на уровне, минимум, вот чтобы он стоил, это 5, 6, 8 центов. Вы видите, да, в восьмом этапе человек, который покупает за 8 тысяч, у него такая цена. А чтобы вы понимали, на криптобиржу, когда мы выйдем, вот я вообще планировал ценник сделать 35 тысяч долларов. То есть через криптобиржу человек сможет купить крипто-юниты только на 35 тысяч. Но поговорив с нашими специалистами, которые нас ведут, мы, наверное, скорее всего, опустим эту сумму до 10 тысяч долларов. То есть на 10 тысяч долларов. То есть это крупные такие, да, хочет через криптобиржу, пожалуйста, вот туда. Кстати, для там не будет многоуровневого краудинвестинга, скажу вам сразу, там будет одноуровневый рефералка. Она будет небольшая, но вы видите, да, сколько мы там планируем выделить на маркетинг, там порядка где-то 5% максимум планируем выделить на это дело. Там не будет первого, второго уровня. И если вдруг будут такие люди, которые скажут, а я не верю, вы там вот пирамидос там, и так далее, но мы реально на криптобиржу будем выходить и сказать, ну хорошо, подожди, там ценник 10 тысяч долларов, и тогда ты сможешь купить там. И там ценник будет, да, примерно на уровне, как и у нас за 8 тысяч в восьмом этапе, видите, да? И количество пакетов в восьмой этапе 1 839 000. Всего пакетов и всего людей мы планируем за эту программу, чтобы было от 2 до 5 миллионов человек. Ну, минимум это 2,
а так вообще до 5 миллионов человек. И вы видите разницу за 8 тысяч долларов. Это вместе с бонусами 4 миллиона 960 тысяч, а в 8 этапе это всего 120 тысяч. Ну, видите, да? Вот примерно такое же количество, скорее всего, будет за 10 тысяч долларов, примерно пропорционально, вот там будет, наверное, 150 или 140 тысяч токенов, когда мы видим на биржу. А может даже больше, потому что все будет зависеть от тех активов, которые у нас будут, и программу, которую мы сейчас разрабатываем вот с нашей компанией, которая проводит аудиторскую проверку.